Так, вот это Сатурн, а вот это посредине столб, это антенна дома. Девятиэтажного. В Харькове 28 июля 2021 год. Не вру. Видно? Вообще класс. Просто хотелось показать, как он быстро движется. Ну, то есть, как быстро вращается Земля. Уже совсем низко над горизонтом. 1 миллиард 337 миллионов километров до Сатурна. Так, и настройки это очень интересно поставил я съемки. По наблюдению за птицами. Хорошо, пошли вон, посмотрим сразу. Харьков этого героев труда. Так. Наблюдение за птицами. Вот такие орнитологические наблюдения. Сатурн на фоне антенны. Хотел прискворечиться. Так, это спутник, сейчас нырнет вниз экрана, это спутник Ганимед Юпитера, дальше Юпитер, дальше спутник Ио, все ближе он к нему с каждым дублем, это уже пятый дубль, по-моему, за сегодняшнюю мою поездку на работу. Так, дальше спутник Европа, и вон вверху появился спутник Каллисто. Пошли еще посмотрим на Луну, там сегодня прекрасные глаза на линии терминатора. Это довольно странно звучащая фраза на самом деле, по-моему. Да? Как-то я сказал и сам понял. Красивые глаза на линии терминатора. Линия терминатора — это грань между тенью и светом на Луне, ну или на других объектах небесных. Или даже не небесных. Ух ты! А тут у нас при таких опциях фотоаппарат сам светочувствительность регулирует. Ну и вот обещанные глаза на линии терминатора. Та-дам! Опа! Закатились под лоб глаза. Вот они, вот. Слышите, так есть даже не только глаза, он такой типа ротика такой получается с краю, да? Такой, ох, тесты Роршаха я бы не прошел, не сдал бы, завалил бы экзамен к чертям собачьим. Смотри, какая лопота. Лопота. Слушай, классно. Так, надо запомнить. Это у нас съемка птиц. Режим стоит на фотоаппарате. Фотоаппарат Nikon Coolpix 5000. Неплохо, неплохо. Сам подбираю светочувствительность. Не вручную я ставлю и угадываю. Вон кратер Тихо. Тихо Браге. Да, ну, конечно, хорошая тут локация, в смысле. Безветрие. Но на асфальте все-таки
сложно штативом управлять, ножки скачут. При попытке сместить на доли градуса угол зрения. Какая краса, какая! Ладушки. Юпитер уже спрятал. А, Сатурн еще не спрятался. Слушай, может, я поеду с речки его сейчас поснимаю. Ладно. 4.28 по Киеву в Харькове. 28 июля 2021 года. И тихо брали. Да, это жон. В профиль не узнаю датского астронома.